Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы орталық коммуникациялар қызметін баспасөз конференцияларда жалғастырамыз. Өздеріңізге белгілі, ағымдағы жылы еліміздің индустрияланды инновациялық дамуының екінші бес жылын басталды. Индустрияландыру аясында іске асырылатын 14 секторға бөлінген 6 басым салалар бар. Басты бағыттардың бірі Қазақстан таулы металлургиялық кешенінің даму болып табылады. Добрый день, уважаемые коллеги. Как известно, 2015 год – старт второй пятилетки индустриально-инновационного развития страны. Одним из приоритетов второй пятилетки является горно-металлургический комплекс Казахстана. И сейчас наши гости расскажут нам, как в настоящее время, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру в мировых рынках, развивается горно-металлургическая промышленность. Кроме того, мы поговорим об инвестициях в добычу твердых полезных ископаемых в течение последних лет и о вопросах социально-трудовых отношений на всех крупных системообразующих предприятиях. Итак, у нас в гостях председатель комитета горно-рудной металлургической промышленности Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Радостовец Николай Владимирович и заместитель исполнительного директора АГМП и вице-президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Маназбаева Бахыт Парлановна. Добро пожаловать, пожалуйста, вам первое слово. Разрешите поприветствовать вас и поговорить сегодня о программе индустриально-инновационного развития. Во-первых, сразу, вы много раз слышите ФИР-1, ФИР-2. Я тоже хотел бы пояснить. ФИР-1 – это то, что было сделано уже нашей страной с 2010 по 2014 год, согласно программе, которая была введена указом президента. Эта программа очень важна. И многие говорят, а зачем мы живем в рыночной экономике, нужны вообще программы какие-то? Но это ошибочное суждение. На самом деле программы нужны, потому что именно когда правительство работает с компаниями и выясняет, где какие есть возможности, что построить, у инвесторов какие есть трудности, исходя из этого формирует карту индустриально-инновационного развития, помогает в регионах строительством магистральных каких-то путей, подводом электрических сетей, даже строительством веток железных дорог, то в этом случае инвестору легче и проще понять, как будет реализовываться проект, хорошо прокредитоваться и, соответственно, поработать. Поэтому первая программа с 14 по, вот в 2014 году она была завершена, и согласно этой программе было реализовано 60 крупных проектов в горно-металлургическом секторе. И создано порядка там 18 тысяч новых рабочих мест. Это прямые рабочие места, то есть тех людей, которые пришли и заново в этот сектор. То есть вновь, это не какие-то другие люди, которые, допустим, связаны в других сферах там. Соответственно, существуют такие показатели. Если один человек пришел в базовую отрасль, то он, соответственно, дал работу двум-трем рабочим, которые работают в смежных производствах, работают в непроизводственной сфере и даже в сопутствующих отраслях. Поэтому коэффициент, если умножить, то где-то говорят, что создано, соответственно, 60 тысяч рабочих мест. То есть эффективность этой программы оказалась велика. Самое главное, инвесторы поняли, что ими серьезно занимаются. И вот сейчас разработана программа новая, ФИР-2. Это программа, которая вот начата буквально в 2015 году. И согласно этой программе будет только в черной металлургии реализовано проектов порядка на 390 миллиардов тенге. А в цветной металлургии более триллиона. Но это еще предварительные данные, поскольку программа это не что-то, какой-то раз навсегда зафиксированный документ. Это рабочая программа, в которую, конечно, в ходе деятельности вносятся коррективы. И мы очень рассчитываем, что несмотря на то, что сейчас сложные условия, ухудшились цены практически на все базовые металлы, в этих условиях инвестиции в этот сектор придут. Мы почему об этом говорим уверенно? Ну, во-первых, мы верим тем экспертам, которые в мировой практике занимаются прогнозами серьезно. Вот по сведениям агентства Bloomberg,
Казахстан должен занять 9-е место в 2015 году среди самых быстро развивающихся экономик после Арабских Эмиратов. Я вообще хочу сказать, они, как правило, не ошибаются. И это оценки сторонних людей. То есть они видят, что правительство серьезно занимается поддержкой инвестиций. Ну, решающая роль, конечно, в этом деятельность президента, который создал совет инвесторов, и ежегодно постоянно идут встречи, консультации, помощь инвесторам. Но еще более важно, что вот сейчас правительство сделало целый ряд серьезных шагов навстречу инвесторам. И один из них – это заявление о том, что уже к концу 2015 года в парламенте появится кодекс о недрах. Как бы это для всех инвесторов очень хороший сигнал. Вот в Монголии появился кодекс, такой серьезный документ, и сразу инвестиции выросли в 2 с лишним раза. Почему? Потому что сейчас у нас закон о недропользовании, хотя он достаточно серьезный документ, но он такой тоненький, и там не все прописано. Инвестор хотел бы всегда иметь детальную процедуру описанную. Как он приходит в страну, с кем он встречается, какие документы подает, в какие сроки ему отвечают. И если это многоуровневая система управления страной, где есть регионы и есть центр, ему бы не хотелось там запутаться и ходить по этим длинным коридорам. Поэтому в этом кодексе сейчас уже отработана концепция совершенно новых отношений с инвесторами, которые вообще должны быть выстроены по принципу лучшего международного опыта. Таким опытом взят за основу австралийский опыт. И в частности, вот наши представители ассоциации, Министерства инноваций летали в Австралию, смотрели. Этот опыт интересен тем, что там прописываются не только как бы общие процедуры, но и оговаривается размер налогообложения. Для инвестора это очень важно, чтобы были четко прописаны правила. Ну, допустим, если он инвестирует в ГМК, эта отрасль очень фондоемкая. У него должна быть отдача там через 5-7 лет. Он должен знать, что условия контракта, которые он закредитовал в банке, они существенно не изменятся, поскольку если что-то поменяется, сразу банк может ограничить финансирование. И в этой связи вот в кодексах о недрах других стран, вот в частности Австралии, прописывается, что налогообложение не должно быть выше такого уровня, как бы предел. Для сектора ГМК сейчас в Казахстане тоже очень важно иметь такие параметры. И мы рассчитываем вот вместе с общественностью, с Национальной палатой, вместе с правительством вынести на широкое обсуждение проект этого кодекса о недрах уже во второй половине года. Вот. И там будут описаны не только процедуры, не только формы налогообложения, но и все необходимые, связанные с этим даже судебные вопросы. Где, как решать споры, для инвестора это тоже очень важно. Мы надеемся, что программа вторая индустриально-национального развития, которая вот сейчас принята, она будет подкреплена новым вот этим серьезным документом, и мы рассчитываем, что он будет очень толстый. Вообще бьемся за то, чтобы он был не маленьким, а толстым, пусть больше там будет расписано все даже те вопросы, которые, может быть, когда-то у кого-то встретились, чтобы люди, которые приходят, видели, что никакой чиновник не сможет эти вопросы решать по-своему, что везде все прописано, никаких нет лишних подзаконных актов. Вот поймите, сейчас для нашего сектора это очень важно. И мы надеемся, что приток инвестиций увеличит, конечно, и число занятых в этом секторе. Сейчас мы можем констатировать, что в ГМК работает около 300 тысяч работающих. Но ГМК – это основной базовая отрасль в стране. И вообще профессия металлург-горняка очень значимо. Поэтому мы видим, что в программе второй индустриализации и индустриально-национального развития большое внимание уделяется подготовке казахстанских кадров. Мы вот в ассоциации вместе с предприятиями сейчас прорабатываем формы, методы работы и будем активно участвовать. И поэтому всем, кто, может быть, еще не определился в жизни,
мы должны сказать, посмотрите, где будут точки роста экономики Казахстана в ближайшие пятилетки. И вы сразу поймете, куда надо ехать, где искать работу. Это прежде всего Актюбинск, Павлодар, Караганда, Усть-Каменогорск. Это города, это Балхаш, даже при том, что там сейчас начаты большие стройки, Жезказган. Это города, которые все равно в перспективе будут развиваться. Мы надеемся, что те мамы и папы, которые сейчас определяются, какие советы дать своим детям, подумают и посмотрят документ ФИР-2. Заметят там, что есть не только точки роста, но есть и конкретные даже перечни новых профессий, которые потребуются. И что, допустим, профессия электролизера – это нисколько не менее престижно, чем, допустим, идти в банковский сектор работать менеджером. Люди, которые работают на предприятиях ГМК, хорошо зарабатывают. Сейчас это не те производства, которые были раньше, когда люди думали, что надо стоять во вредных условиях, находиться обязательно под землей, в каких-то спецодеждах. Многие сейчас, большинство в ГМК работают в условиях, приближенных к офисным, на компьютерах, и процессы управляются соответствующим образом. И вот вся индустриальная инновационная сейчас политика по этой программе выстроена на то, чтобы эти все проекты исходили из новых технологий, давали новое качество работы, новое качество труда, новое отношение людей к этому производству. Поэтому я очень хотел бы всех призвать, рассматривая ФИР-2, эту индустриальную национальную политику, постараться вложить свой труд, потому что от реализации этих проектов будет зависеть в конечном счете развитие городов и всей страны. Спасибо вам, Бахыт Парланов, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Этот год для Республиканской ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий является юбилейным. Исполняется 10 лет со дня создания ассоциации. На ежегодной основе в партнерстве с профсоюзами горнометаллургического комплекса при поддержке правительства мы проводим съезд работников горнометаллургических и горнодобывающих предприятий. Основная цель мероприятия – это всестороннее обсуждение активной отраслевой проблематики и выработка совместных решений на основании диалога правительства с бизнесом. На пленарную часть съезда мы приглашаем, и у нас ежегодно принимают участие представители государственных органов, члены правительства, депутаты Мажилиса и Сената парламента. Как правило, при обсуждении, значит, актуальных вопросов, проблемных, принимаются решения, определенные решения в качестве документа, утвержденного отраслевым министерством. У нас также на съезде впервые была озвучена инициатива ассоциации о необходимости создания нового закона о недрах, что было поддержано делегатами съезда, и на сегодняшний день ведется активная работа в этом направлении. Документ уже сформирован, проект, и сейчас обсуждается с государственными органами. Значит, съезд 2015 года у нас планируется проведение на июнь месяц. Очень надеемся, что как раз те вопросы, о которых мы сегодня с вами говорим, найдут какое-то свое именно широкое обсуждение на следующем, вот очередном предстоящем съезде. Спасибо. Спасибо вам, Бахыт Парланов. Уважаемые коллеги, а теперь давайте перейдем к вопросам по заданной тематике. Пожалуйста, первый вопрос. Ойл Ньюс, Олег Рябченко.
Да, благодарю. У меня будет два вопроса. Первый, Бахат Парланов, мне это о конкретных решениях съезда. Если они были приняты, то какие и каковы результаты? И второй вопрос, Николай Владимирович, вам. Наблюдается снижение экспорта продукции ГМК в Россию. Понятно, что первый аргумент – это девальвация курса рубля. Вот остальные причины, если они все-таки есть. Спасибо. Кто начнет? Бахат Парланов? Хорошо, давайте. Спасибо за вопрос. На съезде, который у нас прошел 21 ноября 2014 года, поднималось и обсуждалось очень много вопросов, но я, наверное, озвучу два самых основных, которые на сегодняшний день практически частично уже решены. Это, значит, были приняты решения продолжить работу, направленную на снижение транспортных издержек для предприятий горно-металлургического комплекса, включая меры по предоставлению временных понижающих коэффициентов на услуги магистральных железнодорожных сетей. И второй вопрос, это значит вопрос рассмотрения возможности упрощения правил по возврату НДС для предприятий-экспортеров. По этим двум направлениям, значит, активная работа нами проведена. На сегодняшний день вопросы частично решены благодаря активной работе между правительством и бизнесом. Вот. Ну, это основные моменты, я думаю. Спасибо. Венюс, пожалуйста. Да, я тут отвечу на вопрос, как у нас сейчас ситуация с поставками продукции в Россию. Те поставки, которые у нас зафиксированы длительными контрактами, они идут нормально. Но действительно ситуация изменилась. Причем вот как экономист хочу заметить, нельзя вот однозначно сказать, что ситуация с изменением курса рубля – это для нас только плохо. На самом деле мы все больше понимаем, насколько это надо серьезно на каждом предприятии изучить ситуацию. Потому что, с одной стороны, да, продукция россиян стала дешевле. С другой стороны, многие наши компании закупают эту продукцию и вкладывают затраты, это и оборудование, и материалы. Подешевел электроэнергия, подешевел газ. В конечном счете возникли новые условия, при которых надо в каждой компании посмотреть. Вот, потому что, честно говоря, мы в горно-металлургическом секторе не раз обсуждали эту проблему с Россией, но все-таки вот у нас складывается впечатление, что мы больше все-таки в перспективе выиграем. Уже сейчас, 1 января 2015 года, казахстанские экспортеры получили на порты России внутренние тарифы российские, железнодорожные тарифы, я имею в виду. Это позволило существенно удешевить нашу продукцию. Мы говорили, что у нас сложно стал продаваться уголь, с другой стороны понизились тарифы, и даже уголь стало возможным ввозить в Японию. То есть, понимаете, просто идет жизнь всегда богаче тех выводов, которые иногда мы можем прочитать в прессе. И говоря о ГМК, да, с Россией у нас уменьшился несколько оборот, но благодаря многовекторной политике ГМК имеет долгосрочные и достаточно надежные контракты с Китаем, с европейскими государствами, и часть продукции экспортирует в Америку. Поэтому для нас сейчас важнее даже, вот я хотел, отвечая на ваш вопрос, говорить не о курсе российского рубля, потому что это влияет, но для нас важнее другое. У нас ухудшилась мировая конъюнктура цен. Если вот цены, они меняются циклично, то идет снижение, потом пойдет подъем. Это совершенно очевидно. Поэтому если сейчас у нас ситуация сложная, это в связи с ухудшением мировой конъюнктуры. Но мы ожидаем улучшения, потому что еще раз я хочу сказать, что если посмотреть динамику цен за последние столетия, то она все время пляшет. То ухудшается, то улучшается. Поэтому в этих сложных условиях, предрекая вопрос, а как сейчас наши предприятия ведут себя, я хотел отметить, что вместе с правительством Акимовым они заключили с профсоюзами соглашение. И там, где есть сокращение объемов производства, там людей переобучают, дают им возможность работать на других работах, не допуская
массовых сокращений. Спасибо. Информационное агентство BNews, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, информационное агентство BNews. У меня вопрос будет такой к вам. В минувшем году в ходе общенационального телемоста глава государства дал старт заводу по переработке золота в Северо-Кастанской области. Скажите, пожалуйста, есть ли уже первые результаты и сколько золота уже было переработано? Спасибо. Если вы знаете, в Астане построен аффинажный завод, который перерабатывает сырье, которое добывается так или иначе в различных регионах Казахстана. То, что в Усть-Каменогорске запустили этот завод, это действительно увеличит производство золота. Тем более вы знаете, что все золото, которое производится в Казахстане в соответствии с указом президента, ныне покупает Национальный банк. Сейчас идет как раз наращивание объемов производства, поэтому, я думаю, более точные данные о переработанном уже сырье появятся к середине года. Но то, что производство работает, мы видим. И вообще в Казахстане потенциал производства золота велик. Мы рассчитываем уже в самое ближайшее время, что Казахстан будет производить до 50 тонн. Газиз, пожалуйста, ОНН-Ньюс. У меня вопрос Николаю Владимировичу. Осенью вы говорили о необходимости поддержки, изыскания средств для поддержки горно-металлургического комплекса. И в частности, говорилось о том, что деньги можно будет занимать как один из вариантов у единого накопительного пенсионного фонда. Вот сейчас у него хотят занимать уже и Самрук-Казына, и другие отрасли. Сохраняется ли такое намерение? Если да, есть ли какие-то договоренности? Спасибо. А может быть, есть какая-то альтернатива? Ну, я выскажу свое мнение. Я думаю, что пенсионные деньги – это, конечно, очень привлекательный источник. Но всегда надо понимать, что за тем, чтобы взять эти деньги, потом стоит ответственность их отдать, еще с необходимым процентом. Поэтому я полагаю, что если эти средства использовать, то, конечно, на те проекты, которые безупречны, у которых хорошая прибыльность. Я видел и вижу, что в горных ГМК сейчас такие проекты есть. И я полагаю, что все равно к этому вопросу мы не раз вернемся. Как я отношусь к тому, что идет заимствование этих средств по другим направлениям? Я надеюсь, что Национальный банк установит жесткий контроль. Потому что если эти средства используются для пополнения, там, допустим, выпуска тех или иных обязательств погашения банка второго уровня, то, конечно, нужно, чтобы это все было отслежено, я думаю, даже при участии страховых компаний. Чтобы, безусловно, эта схема была абсолютно действенной и не привлекла к каким-либо сокращениям единого пенсионного фонда. Честно говоря, я уверен, что этого не допустят. Вообще пенсионные деньги – это вопрос, который надо сейчас обсудить в стране с участием международных экспертов, казахстанских ученых, экономистов, потому что все равно эти деньги нужно эффективно использовать в экономике. И я абсолютно солидарен с теми экономистами, которые считают, что те годы, когда мы обслуживали этими деньгами обязательства других стран, других покупали различные ценные бумаги, выпущенные другими государствами, тем самым мы не способствовали использованию этих денег в экономике Казахстана. В любом случае нам надо диверсифицировать это и какую-то часть использовать и посмотреть, какие будут результаты. Спасибо. Новости Казахстана, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, агентство «Новости Казахстан», Булбек Конров. Николай Владимирович, вопрос к вам. На прошедшем съезде работников горно-металлургического комплекса вы говорили, что ищете новые рынки сбыта в странах Восточной Азии и арабских странах. Вот с тех пор результат есть какой-нибудь, если можно, с примерами? Спасибо. Вы знаете, рынки сбыта – это, пожалуй, самая главная задача, которой занимаются компании, поскольку все время меняется ситуация. И мы видим, что если в какой-то период времени у нас складываются более лучшие продажи в Китае, то Китай тоже вот в 2015 году он вел себя достаточно консервативно вот эти месяцы. И не было такого заметного желания покупать, в частности, наши акатыши
2014 году, цена упала. Поэтому для нас очень перспективное направление Иран. И мы, в общем, надеемся, что Иран более открытым будет государством в части того, что будут сняты санкции, поскольку были ограничения. Мы рассчитываем продвинуться и в Арабские Эмираты, в другие государства. Но надо признать, что все эти, будем говорить, новые рынки требуют, как правило, того, чтобы кто-то с этих рынков ушел. В мире все поделено. Понимаете? Это жесткая конкурентная борьба. И я вот, пользуясь случаем, отмечу, что в начале года правительство предприняло беспрецедентные шаги по поддержке ГМК. В частности, вот здесь было сказано о предоставлении скидок на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Несколько лет такие скидки никому не давали. И многие экспортеры не видели новых рынков, потому что у них были очень высокие транспортные затраты. Сейчас вот эти скидки даны и на Китай, и на, через порт Актау. Поэтому я думаю, что мы увидим новую географию, ну, не совершенно новую, но скорректированную географию наших поставок уже во втором полугодии. Второе, что правительство сделало, это все-таки по низкорентабельным и убыточным предприятиям сделало нулевую ставку НДПИ. Тем самым дало возможность компаниям несколько поднять экономику этих производств и тем самым попытаться вывести из состояния, ну, говорит, убыточности. Эта продукция тоже, думаю, пойдет по новым направлениям. Те контракты, которые у нас имеют, очень важно сохранить. Мы имеем достаточно четкие последовательные контракты, прежде всего с Россией, с Китаем, с европейскими государствами. Спасибо. Если вопросов больше нет, я благодарю вас за активное участие в нашей пресс-конференции, а также особо благодарю наших гостей за согласие раскрыть эти темы на нашей площадке. Мы желаем вам успехов в вашей работе. Спасибо, Асет, большое. Спасибо вам. До свидания.